Вчера прошла у меня операция. Видите, какая я красивая. Чувствую себя хорошо. Единственное, дискомфорт на подбородке. А так все отлично. Скоро выписка. Ждусь, не дождусь своих родственников. Муж придет в шок, потому что ему не приходилось видеть меня еще в таком виде. Привет, зайка. Какие девушки? Все хорошо. Красивая какая я. Иди присаживайся. Как носик у тебя? Ну, как видишь, нормально. Пока. Гипс. Сверху гипс, да, лежит, гипс, да? Да. Тебе подбородок тоже делали, да? Давай. Так, ладно, тогда будем разговаривать дома. Пойдем. Подбородок ужасно ноет. Эти бинты уже надоели. На уши жмут, спать вообще невозможно. И речь, видите, как я общаюсь. Но, думаю, скоро все уляжется. Здравствуйте. Добрый день, Лидия. Можно? Конечно. Как дела? Отлично. Ощущения? Да. Приятные, приятные. Да, за максимум только повязка. Дискомфорт, так все отлично, да? Да. Боли были? Нет. Нос не кровил? Не кровил, да. Хорошо. Вы снимите, пожалуйста, повязку. Контур нижней челюсти мы вам подчеркнули. Подбородок, соответственно, у вас проекция увеличилась. Конечно, еще сохраняется отек, что на подбородке, что на кончике носа. Но уже близко к тому, что вы хотели. Доктор, вы волшебник. Спасибо большое. Вы довольны? Очень. Все, я думаю, в дальнейшем будет только улучшение, потому что отек будет потихонечку уходить, что на кончике носа, что на подбородке. Тем самым это будет еще более сильно проявляться, то, что вы хотели. Нос мы вам, соответственно, укоротили, угол сделали более раскрытым, носогубный угол, и проекцию подбородка увеличили. Здравствуйте, Лариса Батразова. Здравствуйте, Оля. Сегодня уже месяц прошел, как я сделала операцию. Я знаю. Ну, как ощущения? Все отлично, довольна, очень-очень рада, очень вам благодарна. Я прям то, что ожидала, что хотела, то и получила. В общем, отлично все. Как нос дышит? Отлично дышит. Вообще затруднений никаких нету, дышу полной грудью. Все нормально. Все отлично, да. Ну, нос опухший еще пока. Чуть-чуть, да. Да, для месяца это нормально. И он будет уже гораздо со временем. А в профиль поверните ко мне. Профиль отличный. Сейчас наиболее достоверная картина в профиль. Вас ну, все хорошо, но есть отечки. Отлично, да. Все. Ну, я рада. Все у нас гладко получилось. Все нормально. Ну, спасибо вам большое. Просто на здоровье. Да. Спасибо большое. Хорошо, давайте сфотографируемся. Следующий осмотр через 2 месяца. Запишитесь у администраторов, и мы с вами сможем встретиться. Спасибо вам большое. Я очень-очень рада, что я к вам попала, что вы очень отличный доктор. Просто я довольна, довольна результатом. Всего хорошего, Оля. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Проходите, Лидия. Срок после операции только месяц. Значит, у нас еще идет стадия созревания. То есть будет еще уходить отек. Кончик носа будет становиться мягче и немного опустится. То есть мы получили правильный угол, носогубный угол, который является одним из показателей хорошего, красивого носа. Ширину носа мы уменьшили, кончик мы сделали более эстетичным, также увеличили профиль подбородка. Теперь у тебя подбородок стал более эстетичным тоже. То есть нет этого ощущения отсутствующего подбородка, как ты говорил. Самое главное мы сделали без одного наружного разреза. Все внутренними разрезами, что нос, что подбородок.
Константин Борисович, вы настоящий волшебник. И вот вам за ваши золотые руки. Примите, пожалуйста, небольшой подарочек. Спасибо большое. Счастья вам, здоровья и вашим радостям. Самая главная благодарность – это хороший, довольный результат нашего пациента, когда он доволен тем, что я ему сделал. Спасибо большое. Хорошо. Счастья вам и удачи. Вам того. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Меня зовут Эцель Ольга. Я участница проекта «Страшно красивые». Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Нино. Я стилист. И я сегодня помогу вам выбрать какой-то наряд красивый. Пойдемте. Пойдемте. Оля, вы великолепно выглядите, у вас замечательная фигура. С такой фигурой можно наносить абсолютно все, не боясь ничего. Поэтому будем играть с цветом и с фасоном. Здесь предложу вам такое платье с выработкой стразами воротника. Серый цвет, очень удачный. Так, с заниженной талией, а-ля ретро. Должно сесть очень хорошо. Держите. Угу. Здесь представлены платья великолепных синих оттенков. Среди них мы выберем вот такое платье в пол, которое будет подчеркивать рост, если одеть его с радикальным каблуком. Также нам не обойтись без маленького черного платьица, которое стало классикой. Такое прекрасное платье, атласное, свободного кроя, украшенное стразами на рукавах, воротнике и немножко на спине. Что ж, Оля, достаточно спокойное платье, за счет цвета такого вам он к лицу идет. Очень удачная выработка воротника, который смотрится как такое мерцающее колье. Оля, очень интересное платьице, очень актуального сегодня фасона. Рукава берут на себя всю нагрузку, все мерцание, все внимание сосредоточено в верхней части. Длина удачная, у вас красивые ноги, не бойтесь их открывать. Покрутитесь, пожалуйста, и обратите внимание, какая спинка там вышитая тоже. Великолепное платье, такое струящееся вниз, такой силуэт изящный, тонкий, летящий. Великолепно. Лучше, конечно, из трех. Но из тоже того, что вы померили, хорошие, да? Да, те тоже были отличные, но вот это прям мое. Просто ну, я рада, супер. Что мы сошлись во мнениях в этом случае. Спасибо. Без вас бы я не справилась. Ольга, мы сегодня проделали большую работу. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое. Вы мне очень помогли. Спасибо. До здоровья. До свидания. Всего доброго. Лидия, смотрите, есть такое платье прекрасного, тонкого, светлого, легкого серого оттенка, серебристого, которое вам будет необыкновенно...